Ребята, всем привет! В этом обзоре хочу поговорить про интересную криптоплатформу под названием X-Humanity. И давайте разберемся, что же она из себя представляет. Итак, мы сейчас на странице данного сайта. Давайте сразу перейдем на русский язык. Вот, и расскажу про эту платформу более подробно. Ну что ж, X-Humanity — это адаптивная социальная сеть. Вот, и, соответственно, вы можете делать стейкинг и фарминг, что тоже очень-очень удобно. А также мы видим, что тут есть зона трейдеров, то есть видим, что она относится к разным биржам, таким как Bikki, Probit, Uniswap и многим другим. А также, в принципе, X-Humanity — это следующий шаг человеческой эволюции, то есть это, собственно говоря, новое приложение, мы видим сейчас его на экране, да, вот сейчас давайте пролистаю, покажу. Вот, и, собственно говоря, у них есть кошелек, который сделан технологией блокчейн, и при этом он поддерживает создание сообществ и межкультурное социальное взаимодействие. Также важно, что он работает по технологии peer-to-peer. И основные характеристики данного процесса, данного приложения тоже, это репутация, это богатый опыт, это доверие, по сути, основа технологии блокчейн, если уж мы так даемся в подробности. Также человеческие ценности, справедливость и согласование. Вот, ну и далее видим распределение токенов данного проекта, то есть вы можете, еще раз скажу, что данные токены приобрести, вот, их можно купить, например, на бирже Uniswap. Вот, что еще тоже важно, что у них есть дорожная карта, то есть проект появился довольно давно, уже там больше, чем год назад, что, конечно же, очень неплохо, вот, и сейчас мы видим как раз такие этапы, такие как первые прототипы, как децентрализованное приложение, как создание репутации, как фазы альфа и бета, вот, ну и дальнейшее будет у нас добавление функций и официальный запуск. То есть это состоится примерно через год по прогнозам как раз таки создателей данного проекта. Теперь про них тоже поговорим вкратце, опять же разбирать подробно каждого человека не будем, здесь видите, что много участников, но в целом могу сказать, что команда обширная, интересная, можете сами про них почитать и ознакомиться. Вот. Что тоже важно? Важно, что у этого проекта есть еще и частые вопросы, тоже советую с ними ознакомиться. Ну, вопросы многие, допустим, про ИО, там, про эфириум, про токен, ERC-20. Думаю, что для всех, кто давно в криптовалюте, это уже будет известная информация. Тут ничего нового особо не узнаете. Это больше, скорее, для новичков. Вот, ну и тоже важно, что у данного проекта есть white paper. White paper есть на русском и английском языке. Ну, покажу для примера на английском языке. Кому интересно, может на русском тоже почитать. В любом случае, здесь все понятно, даже без каких-то обширных знаний как раз таки английского, то есть все можно более-менее так интуитивно разобрать. И что самое главное? Главное, что данный проект, он разбирает как раз таки, в общем-то, все основные элементы, которые есть на платформе X-Humanity, то есть 39 целых страниц, и естественно, что вся эта информация заслуживает изучения, поэтому советую с ней ознакомиться. Вот тут, как видно, еще раз покажу вам, да, что очень-очень много разных данных по проекту. В общем, надеюсь, что мой обзор на X-Humanity вам понравился. Спасибо всем за внимание и до встречи.